Так, ребята, возвращаясь к теме серебристого ягуарчика. Вот Москва, река, очень чистая, кстати. Купаться запрещено. Так, ладно. Недавно скорость сбрасывалась, короче, на холостых оборотах, допустим, на светофоре стою. Обороты раз, резко и падает. И то есть почти глохло. Пришлось подгазовывать, чтобы не глохло. И я же решил выяснить, что это. А это мои ребятушки. Сейчас, секундочку. Опа. Это, знаете, что было? Это были щетки-генераторы грязные. Мы, короче, почистили, и все нормально. Поставили мне их сначала неправильно, потом переделали, все нормально. Кстати, теперь аккумулятор хорошо заряжается. Ничего не беспокоит в этом плане. Еще хотел спросить, кто знает, что это за штука такая? Просто вот столько вопросов всегда было по этой теме, и никто не сказал. Кто знает, напишите комментарий. Что это за фигня такая? Кстати, в семерке она тоже была. Вот. У меня еще дворники заедали. Я что, взял туда маркер железный? Ну, у меня кончился из-под краски. Подложил. Вон он лежит. Его видно. Подпер как бы моторчик вверх. Все стало хорошо работать. Вот так вот, блин. Чиним. Так что, если вдруг у вас будет машина ни с того ни с сего глохнуть на этих, как его... Ну, на светофорах, на холостом ходу. И когда. И вот если вы будете подгазовывать, и она будет нормально работать. То есть в этом пока газуете, да, не глохнет. В первую очередь проверьте щетки генератора.